Системный контроль за качеством продуктов на витринах самарских магазинов дает свои результаты. Ритейлеры стали тщательнее следить за ассортиментом и качеством товаров на прилавках. Руководитель департамента потребрынка и услуг Матлаб Искендеров в очередной раз проинспектировал сетевые магазины, чтобы проверить соблюдение всех правил торговли. Супермаркет любимый на улице Молодогвардейской. На прилавках в основном только свежий товар. Небольшую ложку дегтя в бочку меда добавило просроченное печенье. Мы обязательно примем соответствующие меры, то есть и будем стараться впредь уже ликвидировать полностью возможность появления таких неприятных моментов. Следующий пункт – магазин «Пчелка» на улице Куйбышева. Здесь из всего ассортимента просроченными оказались лишь две бутылки с кефиром. Причиной снова стал человеческий фактор. Замечание комиссии выслушал администратор. Пока строгих санкций к магазину решили не применять, так как в целом, отмечают покупатели, на витринах в основном свежий товар, и за его качеством они также следят. Всегда, обязательно, а как же иначе? Здоровье надо беречь все-таки. Это наше здоровье, качество товара. В ходе мониторинга особое внимание продуктам первой необходимости. Матлаб Искендеров отметил, контрольные мероприятия и комплексное выстраивание работы с руководством сетей дают свои плоды. Просрочки на витринах практически нет. Можно отметить тот факт, что на сегодняшний день положительная сторона есть. Многие сетевые магазины пониманием относятся, быстро реагируют. Уже нет таких конфликтных ситуаций, как раньше. Как бы люди отворачиваются от этой проблемы, стараются его быстро решить. Во время контрольных походов по магазинам проверяют все – выкладку, свежесть, уровень сервиса, качество уборки прилегающей территории. Специалисты будут и впредь наведываться с проверками в сетевые супермаркеты. Это позволит видеть реальную картину и менять ее в лучшую для покупателей сторону. Лариса Шлафаст, Павел Баймаков, Максим Гусев. События.